алейкум, Рамазан Атаев, вратарь команды Зама, футбольного клуба Зама. Итак, пару слов о матче. Ва алейкум ассалам. Так, матч у нас прошел удачно для нас. У нас 7 игр где-то подряд поражения были. Команда тоже хочу поблагодарить соперников. Очень хорошая команда, билась до конца. У нас, можно сказать, сегодня пол состава с травмами играли. Я тоже с травмой вышел. Так. Вас поздравляю с этой победой. И пару слов о матче. Что именно в воротах? У вас сегодня команда сыграла без потерь в обороне, и ошибок мало было в обороне. Что 7 игр без побед? Все равно слишком длительный итог. Что можете сказать, почему именно сегодня? Почему именно сегодня так получилось выиграть? Почему не раньше? Я не знаю, честно сказать. У нас вроде бы все хорошо было. Просто, наверное, не везло нам. А сегодня, наверное, не знаю, чисто повезло нам сегодня. И защита сегодня хорошо сыграла. Наверное, просто везение, наверное, думаю. Хорошо, с нами был вратарь команды футбольного клуба «Зама» Рамазан Атаев.